Конечно, всем интересно, где то самое пиво продается. Я буду делать неоднократно. То есть мы будем делать два материала на пивзаводе, а два материала где-то вы можете в Магнитогорске по вполне адекватной, такой же практически цене, как на пивном заводе, его купить. У нас небольшая накрутка, естественно. Но вариант, скажем так, весьма интересный. Я просто посмотрел, и вам этого пива из Верхнеуральского различных сортов хватит на очень долго. И, конечно же, мне бы, конечно, очень сильно хотелось, чтобы везде и всюду нормальные человеки с головой это делали. Давайте все-таки определимся. Вы все это дело смотрите в YouTube, потому что мне это дело запрещено делать в эфире. Плохо, конечно, естественно. Ну да и ладно. В любом случае, YouTube потихонечку будет рулить, он будет рулить, и мы вам это дело продемонстрируем. Маленький вопрос возникает у вас, наверное, ко мне. Вы думаете, что меня можно купить? Во-первых, я не в данном случае, меня даже деньгами не заставишь, потому что это удовольствие, которое должно быть у вас. Я это делаю бесплатно, вы не верите? Поверьте мне, я это делаю бесплатно. Потому что рано или поздно человек должен понимать. Или не понимать, но я понимаю, что не все стоит деньгов то, а деньгов не стоит ваше здоровье. Мы, кстати, о здоровье говорим. Если вы будете пить то самое крутое пиво, которое работает и сделано своими руками, да как сделано, вы посмотрите, поверьте мне, то другого варианта возникать и у вас и не будет. Где это можно пиво купить? Вы его можете купить прямо здесь, на улице Карла Маркса, 204, в торговом центре «Вавилон», справа. Вот что нам сейчас нужно. Расслабиться и отдыхать. Сдохнуть без этого легко. Нас мусолят, ох, не балуйся. К слову о том, что лучшая жена – это не красивая, а так. Она притягивает внимание заботы. Но мысли более ровные – это качество. Честно, раньше такого не было, теперь такое есть. В этом месте, где пиво лучшее, пиво Верхнеуральское. Ну, к слову, самая забавная ситуация заключается в чем? У меня есть брат, очень хороший брат, естественно, крутой брат. Не знаете откуда? Он из Екатеринбурга. Он сюда приезжает и говорит: Леш, ты когда поедешь обратно к нам в Екатеринбург, я достаточно часто туда мотаюсь. Он попросил: сделай так, возьми это качественное пиво. Я это пиво сейчас беру. Для того, чтобы и Свердловск, в смысле Екатеринбург, порадовался нашему замечательному, лучшему пиву в жизни. Потому что оно делается. Где оно делается? В Верхнеуральске. Сейчас понесу. У нас дебилизм, что ли? Типа круто и дорого. Далеко нет. В этих пивных точках пиво по нормальной цене. Удовольствие для каждого. Когда-нибудь долбоящие поймут, что разлив не своего пойла, и это не удовольствие. Вы должны кормить. А на пойлы, ну, разное пойло, сделаем мизерную цену. Вот тогда будет все в порядке. А у нас вкушения такого нет. Сейчас немножко объясню, как это делается в нормальных странах. Хотя, в принципе, Россия, да и Советский Союз никогда особо не пьянствовал. Это вам просто по ушам проезжали. Ну как можно было выпить качественное верхнеуральское пиво еще в Советском Союзе и угваздаться? До этого не случалось вроде своей. То есть никогда мы не были вот такими чмошниками. Нет, не были. Мы были нормальными людьми, которые себе это дело позволяли. Сегодня, сейчас вы это можете себе сделать спокойно и легко. Такие пивоварни есть, и качественное пиво тоже. А лучшее пиво это какое? Лучшее пиво это верхнеуральское. И одна из них, из этих пивоварен, в смысле пивных баров, будем считать, говорить, находится прямо рядышком с троечкой. Спокойненько пришли, спокойненько выпили. Но есть другой вариант. Как вы можете дома это все выпить? Дело в чем заключается? Что цена здесь, что цена... Это все абсолютно нормальный ровно, при этом качество. И давайте все-таки определимся о количестве и, и универсальности моей передачи. Потому что ее смотрят люди, а люди еще и вам говорят, что можно это пиво пить. И они вам это показывают, и вы это можете сделать спокойно и легко. Легко! И где? Здесь. Хрустящие лавашки. Все, да, кстати. Ну, вдруг вам не захотелось никуда идти.
А вдруг вы захотели все это здесь? А почему нет? А почему нет? Давайте определимся, все, что нужно здесь есть. И рыба есть. А? Ну как же, русский человек должен пить пиво с рыбой. А есть еще и очень хорошее мяско. Копченое, замечательное. Их много, естественно. Много. А есть еще и такие штучки под названием фисташки, арахисы, кириешки. Ну, собственно говоря, что еще вам нужно? Некоторые, конечно, сильно-сильно хотят сделать то, что должно быть. Пиво. Вот, мне уже звонят насчет пива. Да-да-да-да-да. Чуть-чуть позже я вам отвечу. Они уже звонят насчет пива. Потому что они понимают, что я сегодня вам говорю. Я вам не просто об этом говорю, а есть еще маленький другой вариант. Есть такая штука под названием копченый сыр. Разный. То есть, ну, вот это нужное удовольствие, которое вы можете спокойненько использовать и вкушать. Это красиво. И вы знаете, что я думаю? Зачем я куда-то поехал? В принципе, ну ладно. Понятное дело, что Вавилон, да-да, тройка это то же самое. Но вот это вообще рядышком со мной. Почему этого нету в других местах, я не понимаю. То есть тут же качество простое, грамотное. Конечно, можно сделать круче, но круче вряд ли получится. Зато каков результат? Результат очень простой. Люди сюда приходят и получают вот это, то, что нужно. Даже пришли спокойненько, взяли две кружки пивка. Это нормальное явление, больше не нужно. Зачем нужно? По-другому-то. Вот мы о чем будем вам говорить. Наконец-таки все это вернулось на круги своя. У нас появилось качественное пиво. Не всякое бурдымага разливная, а качественное верхнеуральское пиво. Оно работает и будет работать 100% и для вас в том числе. Вообще-то все это дело прикольно, да? То есть когда мы снимаем? В принципе, время-то уже прошло и закат начинается примерно в 8 часов утра. Потом будет 7, потом 6. Но когда мы говорим о качественных продуктах, мы должны понимать, что не время от заката. И они работают тогда, когда вы просто пришли спокойненько отдохнуть. И мы где находимся? Мы находимся в Ленинском районе, на Комсомольской, 25. Именно за моей спиной находится тот самый замечательный пивной бар. Отличное, хорошее, качественное, изумительное пиво. Сделанное где? Сделанное в Верхнеуральске. Теперь вы должны понимать, где вы можете отдохнуть. Один из лучших вариантов – это здесь. Потому что вы не травитесь, у вас все в порядке, вы понимаете, удовольствие у вас тоже есть. Уж поверьте мне. У нас в жизни не так часто возникают проблемки с качеством жизни. Так вот, качество жизни. Я пытаюсь это сделать, хотя мне не дают эфира, естественно, только на YouTube это делаю. Я показываю вам то самое лучшее качество жизни. И вообще, господа мои, забудьте про пивные ларьки и забудьте про все остальное, потому что единственный качественный продукт, он готовлен только где? Только в Верхнеуральске. В Магнитогорске никогда не готовился, этого не было возможности делать то. А сегодня и сейчас не только одно пиво, а большое количество разных пив вам готовится. И делается это все своими качественными руками.